В джазе только девушки, за исключением одного исполнителя-пианиста. На сцене театра «Моста» пьеса «Оркестр». Ее автор – известный французский драматург и сценарист 20 века Жан Ануй. Герои постановки, чтобы заработать на жизнь, вынуждены выступать везде, куда позовут. Например, развлекать отдыхающих на курорте. Тяжело единственному мужчине в женском коллективе. Страсти вокруг него накаляются. Каждая из оркестранток – женщина на грани нервного срыва. В пьесе целый парад психологических типов. Тут и любовница с материнским инстинктом, и ветреная женщина – искательница приключений, которая откупается от единственной дочери дорогими подарками, и добровольная страдалица, которая без конца обвиняет своего любовника, женатого мужчину. Перед каждым персонажем стоит одна и та же проблема – ответственности за свои поступки и в итоге за собственную жизнь, поясняет автор постановки Сергей Федотов. В конечном итоге тема любви, она все равно берет верх. И какие бы ни были там жизненные перипетии, все равно любовь побеждает. И это такой яркий, фееричный спектакль, очень-очень смешной, гротесковый, где наши ведущие актрисы имеют возможность каждая показать свою индивидуальность. Мечта каждой женщины – быть женщиной мечты. Все персонажи хотят любви, но никто из них любить не умеет. На этом парадоксе и строится сюжет пьесы. Спектакль музыкальный, в нем много песен и танцевальных номеров. Репетировать артисты начинали буквально на колесах во время недавних европейских гастролей. Только что мы прилетели из Европы, где показывали свои спектакли в четырех европейских столицах. Вроде бы кризис, сложные условия, а дружбу, там, международные связи нужно все равно продвигать, развивать. А по возвращении на родину театру была вручена премия «Посол Пермского края». Она учреждена в этом году Министерством спорта и туризма и теперь будет присуждаться людям, заботящимся о привлекательности региона. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.